И всем здорова, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Мирон, и сегодня будем играть на проекте под названием Black Russia. И как вы уже могли понять, вы прекрасно видите, в какое место мы с вами пришли. Йоу, пацаны, полетели в казинчик. Также сразу же объявляю предыдущего победителя с предыдущего ролика на 500 рублей доната. И в этом же видеоролике делаю для вас точно такой же розыгрыш. И для участия вам нужно подписаться на меня, поставить свои косики и написать свой комментарий. А также переходи по ссылочке в описании, скачивай игру именно по моей ссылочке и регистрируйся на сервере Черри по промокоду хэштег Мирон. Ребята, я почитал ваши комментарии, ознакомился с ними и сделал выводы в том, что вы хотите, чтобы я играл сразу же в кости и залетал сразу сюда без блэкджека. Хорошо, давайте попробуем эту серию играть чисто в кости. Зашел за вот этот стол, и тут ставочка уже 805 тысяч рублей. Ладно, погнали, давайте сразу же пишем типам, типа, 1 лям. Давайте, погнали, по одному лямчику сыграем. Я думаю, сейчас они выставят эту ставочку. Пожалуйста, для меня, пожалуйста. И погнали играть аж на целый миллион. Прям сразу же сходу залетаем чисто по лямчику ставки. Опачки, друзья. А люди-то соглашаются играть по одному миллиону, поэтому мы сразу же погнали. Давайте, короче, анимка будет у нас 12-я, пацанчики. И давайте, не знаю, больше ничего не буду делать. Да, мы победили, сразу же первая игра, ребята, мы победили. Мы забрали плюс 2 миллиона рублей. Просто за одну ставку, ребята, этого вы хотели? Окей, погнали. Опять же, 3 человека согласно по 1 миллиону рублей. И погнали, погнали, пацаны. Пацаны, вообще, ребята, давайте, анимка 16 на 4 секунде, бамс, погнали, поджопник дали и... Блин, нет, в этот раз мы, к сожалению, проиграли. Ладно, ребята, пока что мы находимся в плюсе, главное не заиграться, главное не заиграться. Погнали, еще по одному ляму, ставочка, воу, почему-то больше никто не хочет. Опа-опа, дорогие друзья, следующая ставочка не заставила себя долго ждать. И давайте попробуем еще раз 12-ю анимку, и мы опять забираем денежки. Пока что мы находимся в хорошем плюсе. Вау, давайте еще. Погнали еще по лямчику, погнали еще по лямчику. Пока нам везет, нужно дальше топить. Опачки, нашелся еще один человек, Доминик Торетто. Погнали, хорошо, полетели. Можно, пожалуйста, начать игру, крупье? Пожалуйста. Спасибо большое тебе, крупье, что ты согласился наконец-таки сделать нам рулеточку прокрутить, так сказать. И бамс, пацаны, сюда! Вот это везуха, ребята! Вот это чистое везение, ребята! Просто фарт! Просто фарт! Уже плюс 3 миллиона рублей или даже 4. Я не помню, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях. Это офигеть, просто столько раз подряд везет, это очень хорошо. Нужно сделать баланс до 10 лямов, хотя бы 410 лямов, и просто уйти отсюда. Я надеюсь, все будет нормально. Просто изи бабосы буквально за 10 минут. Вот так вот работает казино. Я не знаю, почему в последнее время в кости мне везет, хотя раньше вообще никогда не везло. То есть раньше полное невезение, абсолютное. Доминик Торетто опять согласен со мной сыграть. Могу пожелать ему только удачи. И давайте пропишем команду тайм на первой секунде. Видел комментарии с предыдущего ролика типа: фига ты вообще там фигню абсолютную поришь. Вау! Еще раз выиграли. Фигню абсолютную поришь. Эти ваши как тактики вообще нифига не помогают. Это абсолютный рандом и так далее. Я с этим полностью согласен, ребята. Но многие считают, что это действительно помогает. И помогает. И, ребят, почему бы, ну, собственно говоря, мне тоже не попробовать их использовать, если они хоть какой-нибудь шанс, но и добавляют. Я не знаю, можете обсудить эту тему в комментариях. Мы еще раз выиграли. Чего? Что? Просто, ребята, 408 лямов, две ставки, пацаны, просто две ставки еще я выигрываю, и у меня будет плюс 7 миллионов рублей, по-братски. Два раза мне нужно еще выиграть, два раза. Погнали, еще одна ставка на 1 миллион, это самый короткий ролик будет, где я, скорее всего, подниму изи 7 миллионов рублей. Блин, это топ, это нереально топ. Погнали, погнали, погнали. Двое человек согласны. Блин, еще бы один человек согласился. И если бы я выиграл, был бы прям, ну, пушечка. Третий человек согласился. Пожалуйста, пожалуйста, я хочу выиграть эту ставку. Выиграю эту ставку и сразу же ухожу. Вот честно прям ухожу. Давай. Нет, мы проиграли. Блин, капец, оставалась всего лишь одна ставочка, и мы выиграли бы. Хорошо. Хорошо, погнали дальше. А, чё, он выиграл и ушел? Серьезно? Всего лишь один лям забрал и ушел, а на два. Капец, чего вы такие?
типочки. Ну ладно, Тимур согласен со мной еще сыграть. Мне нужно сейчас обязательно выиграть. Хотя, скорее всего, мы сейчас очень сильно заиграемся и отсюда уйдем с голой попой. Но я все еще надеюсь, что мы сейчас завинем. Пожалуйста. Нет, Ахмед выиграл. Капец, уже 406 миллионов рублей. Блин, оставалось 2 миллиона до 10, а сейчас уже целых 4. То есть мне надо минимум... Вот сейчас, если выигрываю, мне кажется, нужно будет уже уходить. Будет 408 миллионов рублей примерно. Вот, и я думаю, нужно будет все-таки уходить уже отсюда. Пожалуйста! Нет, Тимур выиграл. Капец, мы сливаем, пацаны. Очень сильно сливаем. Зачем я так заигрался? Капец, блин, мог вывести просто плюс... Ух ты! Ребята, если я эту тему выиграю, это будет очень жестко. Это будет очень жестко. Давайте, я не знаю, 34-ю анимку попробуем. Забрали! Забрали, забрали, пацаны, забрали, забрали. Отлично, отлично. Пожалуйста, следующую ставку забираем. Следующую ставку забираем, и я ухожу. Капец, ну сейчас будет очень трудно выиграть. Но если я все-таки выигрываю, это будет, конечно, очень жестко. Давайте тайм на второй секунде. Пожалуйста, пожалуйста. Нет, Рамир, блин. Оставалась одна ставка. Пожалуйста, давай, 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 давай. Я прям очень хочу забрать 10 лямов. Плюс 7 лямов будет. Пожалуйста, вот сейчас 3 человека согласны. И, по сути, будет 409 где-то миллионов. Вот так вот. Я очень сильно надеюсь, аним 12. Хорош, не по рублю передавать. Лучше бы, блин, мне сейчас пришло 3,8 или сколько там. Капец. Капец, какая ставка подряд уже идет. Они просто не дают мне поставить лям. Чё за бред? Они просто не дают мне лямчик поставить. Стоп! А почему баланс 408? Ставлю. О, наконец-то мне дали... Блин, успел поставить этот гребаный лям. Блин, там просто мне очень сильно закидывали. Давайте пожмем еще руку. Руку вот так вот пожмем. И, пожалуйста, пожалуйста. Нет, там я Тимур выиграл. Капец. Вот сейчас, блин, вот сейчас мне точно нужно будет выиграть. Вот сейчас выигрываю 410 лямов. Пожалуйста, 410 лямов. Плюс 7 кака, и я ухожу. По-братски, давай, просто ручку жмем, уходим, уходим отсюда. Все, 500к до 10 лямов не хватает, ребята, вот так вот мы подняли, просто тупо. О-о-о-о-о. За пару минут, ребята, ладно, за 7 минут где-то мы подняли такие бабосы, даже за 5, потому что приветствие очень долгое было. Блин, это круто, это реально круто.